Жуткая авария на Киевской трассе. Автоцистерна на 140-м километре дороги на полном ходу врезалась в другой многотонный грузовик с прицепом. Фура внезапно съехала на обочину, где в это время находилась другая грузовая машина. От сильного удара кабину сплющило, а водитель, виновник ДТП, погиб на месте. Предварительная причина аварии – мужчина заснул за рулем.